Кубанские художники воспевают необыкновенную красоту родного края, его замечательных людей. Есть такие живописцы, которые всем сердцем преданы родному краю. Один из них – Александр Ююкин, выставка которого открылась Славянской картинной галереей. Это событие стало настоящим праздником искусства и вдохновения. Славянская картинная галерея предоставила художнику свои залы, и любители живописи с радостью пришли на открытие персональной выставки. Художник, влюбленный в родную землю, изображает ее преимущественно в самых разных состояниях и временных периодах, искренне, с глубокой любовью и уважением к ее красоте. Перелистывая историю, словно фотоальбом, мы все невольно переживаем события, от одной даты до другой, словно путешествие сквозь прошлое, настоящее, будущим поколениям. Большинство полотен посвящены теме «Малая Родина», красоте природы, станицы Старо-Щербиновской, людям, его землякам. Член Союза художников России и заслуженный работник культуры Кубани Александр Ююкин в своем творчестве взволнованно рассказывает об истории Краснодарского края, кубанского казачества, раскрывая важные темы через исторические сюжеты, автопортреты и портреты современников. Все мои исторические картины посвящены той или иной ситуации в истории Кубани, заселение Кубани, различные другие мотивы, казачество. И все пейзажи, которые здесь присутствуют, это пейзажи Кубани. Вот, так сказать, я демонстрирую, что ли, вот, так сказать, свою любовь к своей малой родине. Профессиональная точность письма, технологически совершенные средства выражения – вот лишь некоторые эпитеты, подходящие для изобразительной манеры художника. Он считает, что быть настоящим художником – это значит всю свою жизнь, все время посвящать творчеству, которое стало судьбою. Все время быть, так сказать, в изобразительном этом искусстве. Вот если человек это всю жизнь работает в школе, где-то еще, а все равно подспудно он думает, как бы там вот композицию какую-то переделать или там натюрморт какой-то поставить. Вот если человек все время, не время от времени, а все время занят этим, то, наверное, настоящий художник. Эта выставка не только дань уважения таланту, но и возможность прикоснуться к искусству, которое трогает душу и вдохновляет на новые свершения. В экспозиции представлено около 75 живописных и графических работ, что символично для выставки, которая проходит в год 75-летнего юбилея живописца. Удивительные работы мастера призваны привлечь внимание зрителя любого возраста к теме края двух морей, научить видеть красоту окружающего мира, знакомых с детства мест. Картины, созданные им, результат отбора многих этюдов, наблюдений. И вместе с тем, работы Александра Ююкина трудно с кем-то спутать, так как ему удалось главное – найти свой особый почерк. Его творчество очень интересно для славянских любителей живописи. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».